Итак, ребята, настало время подвести итоги прочитанных книг за декабрь месяц. В этом месяце всего я прочитала 8 книг. Но, как видите, некоторые из них были просто огроменными, больше, чем 700 страниц. На каждую из этих книг у меня уже есть отзыв в плейлисте «Книга отзыв». Поэтому сейчас просто быстро расскажу вам о них впечатления, а также, как бы я их оценила. Итак, вот они все книги. «Правление волков» – потрясающая книга от Ли Бардуго. Продолжение моей любимой серии «Гришаверс». Определенно 5 из 5. Три книги от Эмили Болл – «Бессмертный, проклятый и вечный». Очень интересные книги про путешествия во времени и магию. Определенно каждая из них 5 из 5. «Анна Джейн и ее поклонник». Потрясающий накал страстей, и я просто не ожидал, что так круто будет. В общем, 5 из 5. «Королевство пепла» Сары Джей Масс. Прекрасное завершение цикла «Стеклянный трон». Ревела и безумно радовалась. 5 из 5 определенно. «Салли Торн. Мой любимый враг». Потрясающая книга, и по ней сняли потрясающий фильм. Очень понравился. 5 из 5. Ну и наконец-то книга, которую я уже практически дочитала, но снимаю сейчас это видео, потому что мы уезжаем на Новый год на дачу, и это видео нужно доснять сейчас. Потрясающее продолжение «Королевства плоти и огня» Дженнифер Арментроуд. Мне безумно нравится до сих пор книга «Из крови и пепла», и это продолжение просто не уступает по накалу страстей и классности. Так что 5 из 5 определенно. Вот она моя книжная прелесть за декабрь месяц. Ну а мы с вами теперь, ребят, увидимся в следующем году.